спала отлично. Просто отлично. Диванчик, так, кровать огромная, такая мягкая, все хорошо. Единственное, что это был первый этаж, а я такая трусиха. Вот такая дорожка к морю. Смотрите, смотрите, этот лифт. Вот это вот отель, пляж отеля Майлом, Ломы. Вот зашла в лифт. Теннис, кораблики. Вот здесь, смотрите, такой насыпной песочек. Кто любит вот на шезлонге на песочке, здесь так вот на досточках. Ну, здесь тоже можно перекусить, только курица написано. И вот такие два бара. Вернее, один бар и кухня. Вот это сине-белый отель Ranch Country, а это Гранада. В общем, вот спуск только с понтона в воду здесь. Пляжного спуска нет, то есть абсолютно. Песчаного, я имею в виду, или галечного. Только понтон. И у Майлом. Майломы также. А нет, у Майлома есть немножко. Вот там. А у этого отеля нет. Только понтон. Иди, иди. В общем, сказали, что приблизительно 3-4 метра глубина сразу здесь, когда прыгаешь с понтона. Надо подушку. У меня подушка есть, сейчас я за ней схожу. Нет, сначала, наверное, я пойду в этот бассейн, который панорамный там наверху, называется этот Infinity. И в аквапарк. Я поняла, этот шаттл ходит в аквапарк, а не к морю. К морю здесь куда ходить? Здесь вот 50 метров нет. А этот шаттл ходит в аквапарк.
я сразу пришла вот к этому мясу, чтобы лишнего не брать. Вот взять мясо и салат какой-нибудь. Сейчас здесь что? Адана кебаб. Курица гриль. Перец фаршированный. Лазандыль шикарно. Грибочки. Написано, что это какой-то вегюль. Но тоже фасоль. Вегетарианские. Бир парча. Смотрите, я для вас нашла детский стол. Здесь курочка, кашка, картошечка. В принципе, то же самое, просто в детских порциях. Рис, картошка тоже. Вот там всякие салаты. То есть дети могут зайти. И вот там всякие сладости. То есть они могут сами посмотреть, что хотят. Спокойно. В общем, я, в принципе, еще с обеда не голодная. Короче, я взяла вот, смотрите, это вот Адана кебаб. Такой фарш перекрученный, как колбаска. Это курица на гриле. И вот тоже взяла еще этот пиде. В общем, там в основной массе вот здесь вот салат. Пиде сюда. Вот здесь салат. Это два кусочка сыра. Это вот ложечка салата с рыбой какой-то. И это индейка. Это просто салат огурцы с помидоры. Ну вот, еда очень вкусная. Единственное, что это вот очень острая оказалась. Вот с огурчиками. Класс. Самое вкусное – это огурцы и помидоры, на мой взгляд. Но вот жалко, что очень жалко, что рыбы нет. Рыба есть только пикша, но она такая твердая. Я вот днем в обед ее брала. Твердоватая. Больше рыбы нет. Ну, по крайней мере, сегодня. То есть, может быть, другой вечер будет другая кухня, но сегодня нет рыбы никакой. Еще есть там турецкие эти котлетки из булгура с томатной пастой. Они так вот их жамкают. И как это самое? Чик кофте. Из булгура с томатами. Вообще детей очень много в отеле. Я, наверное, столько детей в отеле практически, наверное, не видела. Но детей очень много. Вот они прям вот очень много детей. Видимо, хорошая детская анимация. И то, что может быть этот вот аквапарк. Плюс там есть еще бассейн, там какой-то с этими, с волнами. То есть я туда еще сегодня не дошла. В общем, завтра будем оставшись смотреть, что там есть. Буду снимать все по максимуму. Подписывайтесь на канал, если хотите узнать отели, какие вот с детьми очень хорошо приехать. Какие отели, только для взрослых я вот тоже планирую поехать. В общем, просто физически не успеваю. Ну, езжу практически раз в неделю, ну, раз в две недели. И вот очень много планов. Так дают мороженое. Стаканчики. Смотрите, это шоколад льется. Обалдеть. Тут можно фрукты окунуть в шоколад. Хочу попробовать виски вот на глазах у вас. Я не пробовала сегодня еще виски. Не, ну представляете, эти виски на самом деле неплохой. Вот нет такого сладкого вкуса. Очень сладкого. Ну, даже нормальные виски.
Всем доброе утро. С утра не могу говорить, не знаю почему-то. Ну, сейчас все будет нормально скоро. Спала отлично, просто отлично. Диванчик, так, кровать огромная, такая мягкая, все хорошо. Единственное, что это был первый этаж, а я такая трусиха, и я в 3 часа ночи закрыла дверь. Но все равно было не жарко, хорошо. Вчера работала два бара, вот здесь у бассейна, и бар один в лобби. То есть все бары, то есть персонала очень много, все очень работали быстро, то есть и очередей вообще не было. Музыка потом какое-то время еще поиграла немножко, где-то до 12. Здесь в Турции до 12 у нас можно музыку слушать громко. Потом все выключилось. Иду на завтрак. Сейчас вызываю лифт. Лифты не панорамные, обычные, стандартные. Вот, едем на завтрак. Сондра. Пирожки, нет, это омлет. Компота из персиков, вишневый, и майонеза, кетчупа, печенюшка, сухие завтраки. Сухофрукты, вафли. Сколько оливок, смотрите, много. Такой кабачок какой-то полуотваренный. Яички. Куриный бульон. Томатный суп. Омлеты. Сатэ из лука. Минимен. Это разные колбаски. Это с этим, с грибами. Для вегетарианцев вот капуста такая, такая. Овсяная каша без молока. И рис. Смотрите, набрала целую кучу еды. Теперь до ужина точно ничего кушать не буду. Это омлет, огурцы, колбаска, помидорки, сыр, булочки и панкейки с шоколадом и с орехом. С кокосовой стружкой, точнее сказать. Еще чай, кофе надо принести. Большой ресторан, и в разных местах все находится. Целые, не знаю, минут 30 уже собираю. В общем, я переместилась, мне стало жарко. Переместилась вот под кондиционер, там кошмар на солнце. Но уже кто знает, не садится, или может быть кому-то все равно. Не знаю, мне очень жарко было. Я перешла вот сюда. Приятного аппетита. Вот сюда, в отеле, где есть такой вот колбасный сыр. То есть в магазинах он вообще очень редко бывает, практически никогда. Я всегда его кушаю. Такая ностальгия в России. Сыры здесь очень вкусные были. Взяла еще кофе. И водичку детокс с этим. С лимоном. С огурцом. В общем, ну что могу сказать. Питание в отеле, ну, без, такое, знаете, полноценное. Как бы много, большой, хороший выбор. Достаточно. А, без изысков. То есть никакой рыбы, ничего нет. Но мясо, колбаса, там, курица. Всякие там. И вот детский стол. Сейчас тоже вот он работает. То есть очень такое полноценное все есть. Вегетарианский. И разные кухни немножко представлены. То есть, ну, выбор есть. Вот, по крайней мере, для отеля, ну, в такой ценовой категории хороший выбор еды. Вот, ну, вот кофе сейчас попила. Первый раз кофе попила невкусный. Буду искать где-то. Ну, где-то вот, то есть в барах, ну, как бы наливают, варят такой натуральный турецкий, вот кто любит.
Или, может быть, попробовать какой-то другой в другом автомате, не знаю. Вот, капучино выпила, мне не понравилось. Совсем от слова. Вообще практически вкуса кофе нет, как будто бы. Вот в этом домике выдают полотенце, очень удобно, то есть не нужно идти в спа, чтобы получить сразу около бассейна. Я сейчас туда вот пойду, посмотрю бассейн с волнами. Вот видите, это тарзанка. Кто-то, видимо, вчера прыгал или, может быть, специально подняли просто. Вон она висит. Посмотрите, какую банановую пальму я нашла. Смотрите, сколько там банан. Вообще территория очень зеленая. Вообще, вот кто любит... Вот я прям мечтала, я прям вот ну, смотрела на эти отели, и вот прям не хотела в такой вот, грубо говоря, лысый отель. Мне хотелось какой-то отель, чтобы вот был вот именно вот такой, с такими вот шишечками. Вот я так же наслаждаюсь, прям просто кайфую. Так мне хотелось, чтобы вот именно такая была территория. Вот единственный минус, что нет пляжа. Но я говорю, что ходит трансфер до пляжа, для кого это очень принципиально, можно ехать сюда. Ходит трансфер до пляжа, до городского прекрасного пляжа, там, где вот песчаный. Поэтому, конечно, запросто можно приспособиться. Даже вот здесь, смотрите, что-то кушают. Интересно. Ну-ка пойду, может, здесь завтракать можно. Интересно. Я первый раз... Ну, в смысле, не первый раз, но интересно, я думала, что завтрак только там, а здесь только вечерний ужин. Пойду гляну, посмотрю. В общем, аквапарк открывается только в 10, у меня поэтому есть время, чтобы пока вот тут не включились эти бассейны, все эти развлечения. Так что можно где-нибудь попить кофе еще с удовольствием. Может быть, все-таки кофе будет другой. Посмотрите, какая красота. Да, вот здесь, оказывается, можно записаться и на завтрак. То есть можно по меню записаться на завтрак. И здесь все подадут. Вот вывесили цены на водное развлечение. То есть парашют один человек $45, скутер 10 минут $40, таблетки 20. Диван 20, водные лыжи 30, катер 20. Сегодня море немножко неспокойное, но все равно пойду сейчас подушку маленькую надую. У меня вот просто, я как бы плавать умею, но какой-то страх вот у меня есть глубины, неизвестности. Поэтому... Пойду, попробую. Ну, друзья, я так хорошо накупалась. Не знаю, минут на 30 точно там в море висела. Прелесть, просто вода просто идеальная. Вот она не горячая. То есть она чувствуется, но в любом случае очень комфортно. Сейчас вода очень хорошая, даже вот на глубине. То есть, конечно, у берега она наверняка теплее, а на глубине прям для меня супер. Я не очень люблю сильно, когда горячая вода. Смысла как бы, как будто не имеет купаться. Вот сейчас иду, хочу все-таки что-то попить. Открылось кафе, видимо, 10 часов. Сейчас что-нибудь возьму, кофе, айран. Прям супер будет. Красота. Вода прям идеальная. У нас сейчас на 2 дня обещают дождь, но это вообще для нас просто нонсенс. У нас за лето еще не было дождя ни разу, поэтому мы просто будем счастливы, конечно, что будет дождь. Ну, 2 дня дождь, а потом снова солнышко. Вот мне удалось поискупаться, так классно. Пробуем кофе на пляже. Такой же невкусный. Интересно, что у них такое за кофе. В общем, как такового снэк-бара здесь нет. То есть, вот как в моем понимании, где вот, ну, так и пиде, там макароны, булочки какие-то, в общем, дают.
Здесь только вот фруктовые салаты и вот типа гамбургера, что-то такое с сыром. Ну, в общем, типа кусочка батона с сыром, с колбаской. В общем, такого плана. Вот такой еще есть бассейн здесь. Вот он такой спуск. Имитирует песочек. Ну, пока волн нет. Вот. Дети играют. Здесь 40 сантиметров. А там дальше я не вижу, по-моему, то ли 80. И вот эта ленивая река. Вот так это выглядит, но пока здесь ничего нет. Не работает. Вот там вот есть еще какой-то бассейн. Отдельно. Ну, я там вот не была. Единственное место, где вот я не была. Сейчас я в него уже не успеваю дойти. Надо по кругу идти. Вот здесь тоже такое место с лежаками. Но ими уже никто не пользуется. Вообще проблем никаких нет с лежаками. То есть лежаков достаточно везде. И у бассейнов, и у моря. Поэтому без проблем абсолютно. Вот взяла еще фруктовый салат. Чай. И банановый милкшейк. Банановый милкшейк – это просто лед. Химическим сиропом банана. Таким привкусом ярко насыщенным. Ну, холодное, вкусно. Просто кусочки льда. А фруктики вкусные. На телевизоре русские каналы есть. Вот ТНТ. Вот Первый канал. Это нет. Каналов очень много, но очень много турецких. Вот какой-то Евроньюз Русиан. Это какой-то магазин на диване. Вот РТР. Россия 24. Это не знаю, это может быть украинский канал. Д7. И вот еще раз русский канал на русском. Вот 8-й канал. Ну, достаточно много каналов. Это тоже какой-то ТБН, Россия. Вот Украина. В общем, сейчас на дорожку спросила, сколько а-ля-карт ресторанов. Вы меня постоянно спрашиваете. В общем, 3 а-ля-карт ресторана. И за время отдыха вы можете посетить, в общем, все 3 ресторана бесплатно. Ну, по одному разу, естественно. Ну, и плюс вот на завтраке, видимо, тоже есть... То есть, ну, 3 вечерних ресторана имеется в виду, она сказала. Иду опять к остановке. Но сейчас уже легче будет вниз спускаться. Ну, как я уже сказала, отель мне понравился. Территория вообще просто отпад. Я говорю, про такую я вот долго-долго мечтала. Я не очень люблю такие лысые территории, которые... Ну, где только отель и бассейн, и все. Вот мне нравится вот так, чтобы погулять можно было. Очень приятно. Даже когда жарко, очень приятно будет погулять. Очень маленький номер, единственное, что... И вот моя уже подписчица сказала, что была в 2019 году в этом отеле. И русским давали номера с видом на стену на первом этаже. Видимо, тенденция сохранилась. Мне, правда, не вид на стену был, но вид на, ну, то есть, на, тоже на первом этаже почему-то вот дают. Не знаю, видимо, может быть, маленькие номера. Я вот не видела номеров других. Ну, номер маленький очень. Прям вот даже, говорю, пройти вот было прямо нереально. Нужно было обязательно боком протискиваться. Ну вот кто любит с понтонов купаться, очень хорошая пляжа. Нет, я говорю, ну вот на пляж можно ездить. Если хотите, можно ездить на пляж, автобус ходит бесплатный.
ну, от отеля. Каждый, по-моему, часто. То есть еда хорошая, территория шикарная, аквапарк, горок 15, наверное, точно, 12-15 точно. Плюс там всякие еще детские, мелкие. То есть очень много развлечений. И вот и ватрушки, и вот эти, ну, вот, джампинг этот, пожалуйста, для экстремалов совсем, кто хочет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если вам понравилось, пишите все, что хотите знать. Я с удовольствием отвечаю, с удовольствием помогаю. Всех люблю. Пишите свои пожелания, кому какие отели еще хотите. Сейчас вот отели уже постепенно многие стали давать по одному дню, то есть резервации, бронирования. У меня все уже в туре, турецкий, русский, все смешалось в голове. Так что с удовольствием буду ваши пожелания осуществлять. Вот иду мимо торговый центр. Вот Ос Хотел, тут какие-то Ос Хотел. Такой пафосный.